В детском юношеском центре города Алекминска организовали мероприятие под названием «Война в судьбе моей семьи». События приурочили к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Слово нашему корреспонденту Ангелине Габышевой. Участниками являются ученики с разных школ района, которые презентуют истории жизни своих предков-героев. Мы в результате про прадедушку Сучкова Афанасия Ивановича. Как он воевал, где ходил, когда вернулся. Годы летят, время меняется, но никогда нельзя забывать, благодаря кому мы сейчас живем под мирным небом над головой. Кто, как не нынешнее поколение, сохранит всю богатую историю наших стариков, защищавших нашу родину от наступивших врагов. Я хочу рассказать о своем прадедушке, Большедворском Иване Михайловиче, участнике Великой Отечественной войны. На фронт попал весной 1944 года в составе 794-го артиллерийского полка. Пускай же великие подвиги наших предков навсегда останутся в сердцах людей и будут передаваться из поколения в поколение. Ангелина Габышева, Геннадий Лопатинский, НВК Саха, Алекминск.